YouTube будет удалять видео на медицинские темы, содержание которых противоречит национальным и международным руководствам. Сообщение о новых правилах опубликовано в блоге компании. Особое внимание уделят записям, посвященным онкологическим заболеваниям. Как говорится в сообщении, YouTube понимает, медицина развивается и рекомендации могут меняться. Однако в хорошо изученных областях есть научный консенсус, и в компании сосредоточатся именно на нем, чтобы распространяемая на платформе информация не вредила людям. В новых правилах YouTube приводятся примеры. В частности, теперь нельзя рассказывать о том, что что-либо можно лечить с помощью озонотерапии, керосина, коллоидного серебра и других средств, которые могут нанести ущерб здоровью. Теперь нельзя говорить и о том, что ковида якобы не существует. Вакцины приводят к расстройствам аутического спектра или что их используют для чипирования людей. По заявлению представителей компании, подробные правила будут появляться для все большего числа состояний и методов лечения. Выбирая новую тему, YouTube учтет, насколько она важна для общества, есть ли официальная позиция на этот счет и как часто можно встретить некорректную информацию по этой теме. Под это определение подходят онкологические заболевания, и контентом на такую тему в первую очередь займутся в компании. Литва заявила в среду, что закроет 2 из 6 пропускных пунктов на границе с Беларусью в связи с геополитическими обстоятельствами, возникшими после того, как в прошлом месяце в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко прибыли сотни российских наемников ЧВК «Вагнер». Согласно заявлению официального Вильнюса, 2 погранперехода в сельской местности, которые не используются коммерческим транспортом, будут закрыты в пятницу. Напомню, что Польша в этом году закрыла все пункты пересечения границы с Беларусью, кроме одного, а на прошлой неделе объявила о планах перебросить на границу с Беларусью дополнительно 10 тысяч военнослужащих. В последние месяцы в Польше также наблюдается рост числа мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся пересечь границу. Тем временем министр обороны Латвии во вторник отдал приказ о привлечении армии к охране границы с Беларусью. Глава военного ведомства страны сделал это после того, как за 24 часа было зафиксировано 96 попыток нелегальных иммигрантов пересечь границу. Талибан запретил в Афганистане все политические партии, заявив, что подобная деятельность противоречит исламским законам. А решение было объявлено на следующий день после того, как фактические лидеры Афганистана отметили 2-ю годовщину возвращения к власти в Кабуле. Министр юстиции в правительстве Талибана Абдул-Хаким Шараи объявил о запрете на пресс-конференции в Кабуле. Для деятельности политических партий в стране нет оснований в шариате. Они не служат национальным интересам, и страна не видит в них ценности, сказал он, не вдаваясь в детали. К тому моменту, когда повстанцы Талибана вернули контроль над Афганистаном 2 года назад, в стране было официально зарегистрировано более 70 крупных и малых политических партий. Фитнес-тренер Сэм Асгари подал на развод с певицей Бритни Спирс. 14 месяцев назад они сыграли свадьбу. 16 августа американские СМИ, включая таблоид TMZ и журнал People, сообщили о расставании пары. Спустя несколько часов после этого Асгари подал заявление на расторжение брака. Представитель Спирс получил электронное письмо с информацией по делу. По данным TMZ, в заявлении в качестве причины развода 29-летний тренер указал непримиримые разногласия. Он требует от 41-летней певицы подписать документы и оплатить работу адвокатов. Сторона Асгари также сообщила, что он намерен оспорить брачный контракт. Бритни Спирс познакомилась с Сэмом Асгари в 2016 году, когда он снялся в ее клипе. В 2022 Спирс заявила о потере их ребенка на раннем сроке беременности. 9 июня 2022 года пара поженилась в доме певицы в городе Таузен Оукс в штате Калифорния. На свадьбе были Селена Гомес, Дрю Берримор, Пэрис Хилтон, Мадонна и другие звезды. И на этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам всего доброго и до свидания.